Утро доброе. Вести Карачаево-Черкесия с вами. Сегодня 24 сентября. Этот день символизирует переход от лета к осени, когда природа начинает готовиться к зиме. В северных регионах России в это время уже ощутимо холодно, а у нас еще тепло. Холодно только утром. Что будет днем, узнаем из сводок гидрометцентра, но чуть позже, а пока время новостей. Во Дворце культуры Черкесска состоялся показ мультфильмов на абазинском, карачаевском, ногайском и черкесском языках. Организатором выступил Карачаево-Балкарский культурный центр «Алан». Цель показа мультфильмов на национальных языках народов Карачаева-Черкесии заключается в популяризации родного языка. Это способствует не только развитию навыков языка у детей, но и укреплению культурной идентичности. Мультфильмы становятся инструментом передачи народных традиций и истории. Они помогают молодому поколению лучше понимать свои корни и обычаи. Цифровая экосистема МТС совместно с Минэкономразвития России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. Число самых известных, которые выбирали для отдыха российские путешественники, вошли курорты Карачаево-Черкесии. Так Архыз вошел в тройку лидеров по количеству посещений. На него пришлось 14% визитов, на курорт Домбай – 4%. При этом курорт Архыз вошел в пятерку лидеров по росту популярности. Живописные места Карачаево-Черкесии привлекают все больше людей в летний сезон. Чтобы всем жителям и гостям республики было комфортно отдыхать в любой туристической точке Карачаево-Черкесии и иметь доступ к высокоскоростному интернету, планомерно улучшается качество связи и обновляется оборудование. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, в горах плюс 2, плюс 7. Днем плюс 17, плюс 22. И местами плюс 9, плюс 14 градусов. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесске небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 20, плюс 22 градусов. Высокая пожароопасность.